Встреча с ветераном боевых действий прошла в библиотеке имени Олега Куваева. Ее организовали в рамках проекта «Подвиги наших земляков. Магаданцы, кавалеры Ордена Мужества». Встречу провели студенты Северо-Восточного государственного университета, волонтеры объединения «Библия-волонтеры». Уже с апреля библиотекой было организовано 4 встречи. Сегодня Михаил Геннадьевич расскажет о себе, о своей службе в рядах отряда милиции особого назначения, о своих командировках в горячие точки и заслугах перед Родиной. Среди приглашенных ребят на встрече были курсанты военно-патриотического клуба «Подвиг», воспитанники молодежного патриотического клуба «Наследие», магаданские юнармейцы. С кавалером Ордена Мужества студенты и волонтеры провели интервью. Хотелось бы рассказать, наверное, о доблести нашего ОМОНа за все командировки, и последующие, и первые три, то есть за все две кампании. Магаданский ОМОН приехал из Чечни без потерь. То есть были контузии, мелкие ранения. Вот. Но мы приезжали всегда в полном составе. Организаторы отметили, что собранные материалы лягут в основу создания исторической летописи заслуг магаданцев, кавалеров Ордена Мужества и послужат патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.